первый день. Да, я прямой эфир вышла. Такая красная вообще после солярия. Есть просто максимум, по-моему, света от этих ламп. Я смотрю. Привет. Узнаете? Узнаете малышку? Где ты там? У меня нет. Две малышки. Смотрите, пожалуйста. Привет, привет. Просто да, мы сейчас мы не можем нормально фото сделать, просто и скрины чисто не на заднем фоне. Так, я подключилась обратно. Сейчас. Через какой-то. Да. Все, я здесь. Я снова здесь. Там пишет. О! Тоня нас смотрит. Все как. Да, 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 да. Привет. Привет! Все здесь. Спасибо. Как у вас дела? Все хорошо? Алена, Настя. Ты фоткаешь? Как дела у вас, ребятки мои, колёсы? Ой, у меня Сережка странно как-то на затылок вышла. Ты в Шанхае? Да, на Арбате. Да. Я вот где Новый Арбат. И где-то здесь, на заднем фоне, у меня еще Октябрь. О, вот кого они дождались. Я слушай, вообще не будет нас наебали, пишут. Неправда, вот. Будет. Да, сейчас. Сейчас будет. Посмотрите, как вот эта девочка выросла. Похудела. Я вообще в шоке. Как быстро растут чужие дети. Телефон не сядет? Должен сесть, но я надеюсь, нет. В общем... Так, смотрим, я пока не вижу. Не вижу. Где? Отправь ее ко мне. Друг Альбертик пишет, отправь ее ко мне. Всем привет. Вам меня хорошо слышно вообще? Мы на Новом Арбате распространяем коронавирус. Я приехала из Китая с короной. Что? Нельзя так говорить? Ладно, я не распространяю. Потому что я здоровый человек. Вот. На дом 2 не собираюсь возвращаться. О, все, вижу. Я просто не видела, что ты уже здесь. Ура, ура, ура. Сейчас будем разыгрывать призы. Я сегодня опять в комбезе, кстати. Вот. Бадим! Блин, я тоже подписалась. Надеюсь, ты что-нибудь... Да, мы 2 часа уже ждем. Привет! Привет. Неужели? А я просто не видела. Угу. Так, ребята, всем привет. Сейчас мы будем вам дарить кучу подарков. Да. Вместе с Настей. А, Милена не смогла выйти по там каким-то причинам. Вот, поэтому мы с Настей проведем, сейчас все подарим, подарков много. У меня тут вот опасница. Она будет помогать. Так, ну что, давай, какие подарки у вас? Все уже готовы к подаркам, уже вот у всех интересно. Короче, перечислю сейчас подарки. 5 боксов, планшет, 2 грили, духи, 3. Робот-пылесос, мультиварка, 3 фена, 3 плойки, 2 картины и 2 сумочки. Как обалдеть, вообще делать? Очень крутые подарки на самом деле. Ага. Вот у нас генератор чисел. Сидите, мы туда сядем. И список номерков. Он вот здесь. Получается, на нашем конкурсном аккаунте, с которого я вышел, в шапке профиля, вот ссылочка. Нажимаете, переходите. Можете себя там найти. У меня вот да. список готов, прогружен. 9828 участников. Вбиваю в генератор
от 1 от 1 до 9828. Нажимаем цифру, полученное число. Мы проверяем на то, что были выполнены все условия. Если все четко, значит, отправим подарок. Да. Да. Как погода в Москве? Так, все нормально, меня слышно, видно, я не зависаю. Настя. Да-да-да, я, и ты просто мне тоже завис. Так, первый, у нас что там, beauty box. Погнали, первый бокс. 3, 2, 1, цифра 3513. О, нифига, 3, кстати, счастливое число, поэтому... По-любому сейчас. Так, какой я сказал? С нее все отлично зайдет. Так, Миран Долина. Так, проверяем, чтобы аккаунт был открыт. Да, открыт. Все, на телефоне сейчас будем считать подписки. Самое главное, кстати, да. 80 тысяч. Пока считаешь подписчиков, подписки. Вот, надо обязательно всем сказать, что если вы вдруг вспомнили, что у вас закрытый аккаунт, сейчас выходим из прямого эфира, открываем аккаунт и заходим обратно. Чтобы мы могли проверить каждого. Ребят, у всех номерки есть. Если вы не можете найти, то просто вам нужно до конца, вот в самый низ прогрузить их. И потом воспользоваться... Подождите, угу. Вот до конца прогружаете и воспользоваться поиском вот этим. И здесь пишите свой название своего аккаунта. Все. Так, все, первый продукт у нас есть. Бокс отправляется в Миранде. Вот эти стороны. Вот. Все, едем дальше. Да. Следующий бокс. Про все? Классно. А кто там? Девочка, получается, вообще? Да, вот. Супер. Надо будет лично это всем написать. Да, у меня просто очень сильно отстает почему-то. Блин. Да. Ну ладно. Главное, что они меня классно все видят. Да, это точно. Так, следующий номер 6491. То тройка, то шестерка, это пятерка, интересно. О, девочка, аккаунт открытый. Угу, проверяем. Че не я? У меня просто подруга рядом сидит, она тоже на всех подписалась и сидит, смотрит и ждет. Настя, ты только главное эфир сохрани. Мы сделаем ссылку на тебя, чтобы эфир смотрели. Да, хорошо. Эфир виснет. Блин. Может быть, ты ко мне подключишься? А разница? У меня-то хороший интернет, у них виснуть не будет. Через тебя виснет мой эфир. Ну, слушай, можно так, кстати, попробовать. Давай выйдем, ребят, мы сейчас выйдем. И перезайдем с аккаунта лайфтаймов, а Настя подключится, да, Настя? Ну, я могу подключиться, давай. Давай, сейчас я выхожу в эфир и тебя жду. Давай. Угу.